мыслях рисуют, счастье ищут, как хлеба, но его нам дарует не для праздности неба. Так назначил Всевышний, нам оно улыбнется, если боль наших ближних болью в нас отзовется. Быть не может иначе. Если голоден ближний или в холоде люто, счастье случая ищет быть полезным кому-то. Быть не может иначе. Вот такая у счастья природа, утешать тех, кто плачет. Счастье будет с нами навечно. Быть не может иначе. Вот такая у счастья природа. Утешать не кто плачет, кто плачет, разделяя невзгоды. Разделяя невзгоды.